Друзья, всем большой привет, давно не виделись. Сегодня я, как обычно, не с пустыми руками, а я вам покажу, какое сумасшествие творится сейчас в Нью-Йорке благодаря недавно вышедшей игре Pokemon Go. Справедливости ради замечу, что я тоже установила себе эту игру, но сказать, что я очень сильно увлеклась ею, не могу, потому что я вижу действительно увлеченных людей вокруг по городу, которые ходят с телефонами, просто даже не смотрят, куда идут, и ходят они даже толпами, там по 10, по 15 человек. Смотрится это немножко странно, да. Но я так чуть-чуть попробовала, половила. В принципе, ну, весело, но так, чтобы вот настолько, я не знаю. Это нужно быть очень легко поддаваться зависимости, мне кажется. Я, наверное, не из таких. По подсчетам установленных приложений и по тому, как пользуются этими приложениями, игра заняла первое место за прошлую неделю. Ей сейчас пользуются, по крайней мере, в США чаще, чем Инстаграмом, Фейсбуком. Что там у нас еще есть? Ну, в общем, всеми. LinkedIn, да, также. Упали позиции. Больше всего фанатов игры можно найти на точках сражений. Смотрите, что я нашла по пути. Гигантские портреты. Вау. Трамп, Хиллари Клинтон и... Не помню, честно говоря, как зовут третьего. Вот мы подошли к точке сражения покемонов. Находится она возле отеля Плаза, всем известного по фильму «Один дома». И посмотрите, какая толпа. Ребят, я вас уверяю, все играют в покемона. На тебя направляют просто телефон и пытаются словить на тебе покемона. Это смотрится очень забавно. Посмотрите, сколько много людей. Хочу заметить, очень много именно китайцев. Они любят игрушки такого плана. Все играют. Вот толпа идет, даже не играет в покемонов. Один только там не вписался. А нет, он тоже с телефоном. Люди, которые делают селфи или фотографируют просто местность, смотрятся уже нормальными людьми, я вам серьезно говорю. Все ищут. Вот там вот толпы любят собираться, видите? Мы часто видим, да, людей, которые втыкают в телефон. Ну вот в таких количествах и в одном месте это действительно как-то очень странно. Причем я прошу заметить, абсолютно разных интересов людям. И у всех покемон. Ну вот, теперь вы знаете, как это смотрится. Некоторые люди специально берут велосипеды. Вчера в Центральном парке ловили какого-то очень, не знаю, редкого покемона, что ли. И один человек даже заехал на машине туда, чтобы доехать до него первый. Мир сошел с ума. Новая волна. Я даже не вспомню. Последний раз такие очереди, вот столько людей я видела и снимала, когда был выпуск какого? 5-го айфона, по-моему, 5S. Можно вспомнить. Кстати, Apple Store вот там вот недалеко. Мне кажется, эта местность просто притягивает к себе народ. Очень многие магазины, кафе сейчас раскручиваются
именно таким способом, что ставят точки. Я понятия не имею, как это делается, но вот ставят вот эти точки сражения покемонов, и люди к ним приходят, возле них там тусуются. Ну, естественно, если это магазин, там, например, можно купить попить или кофе, то они имеют хорошие продажи. Вот так вот Нью-Йорк выглядит сегодня. Ну, у кого еще не вышел официальный релиз игры Pokemon Go, я желаю терпения, кто очень хочет попробовать поиграть, ну или если у вас есть возможность, вы можете попробовать. И хочу пожелать все-таки не терять голову, не отрываться от реальности и даже играя в разные игры, сохранять себя в реальной жизни также. Всем пока-пока, до новых встреч!